Всем привет, ребята, с вами Назар, и мы продолжаем играть в Medieval 2 Total War Mod Desert Age. За гномиков, в маленьких таких бородатеньких, пушистеньких человечков. Так, нам нужно пропустить ход, наверное. Строить особо так нечего. Да, давайте пропустим ход. 22-й уже у нас будет. Дейл, столица Дейла. Красиво звучит. Так, по-быстрому давайте, орки, не задерживайте. Вот сюда бы сейчас армию, сразу взять этот город, бабахнуть. Эх, тут слишком большая гарнизонная стража, плюс еще добавится, а может и не добавится, я, честно говоря, даже не знаю, но это замок, по идее, должна добавляться. Свиноферма у нас построилась, отлично, будем кормить свинюшек маленьких розовеньких, будем их кушать. Так, это орочья земля, тут три отряда у нас в городе сидят, тоже три, но их нужно отправлять, как вы знаете, назад, чтобы они переобучались и возвращали свою численность. Пивоварня, так, стоп, сколько тут? 5%. Пивоварня нужна. Хотя тут особо войск так нет, хороших родокопы только. А рост, сколько тебе расти? 4000. А, не. Выше хлеб поля. Стеганая куртка. Можно будет немножко улучшить наши войска, а то у них совсем нет никакой брони. Лучше брать вот этот замок. Вернемся на этот фланг. Отправляемся дальше в разведку. Кстати, где-то здесь, наверное, город. Так, это северный Артедаин. А здесь... Ангмар. Да, значится, вот по этой дороге, либо вот по этой, где-то еще есть город. Давайте пойдем по северной, чтобы ничего не пропустить. А, тут еще вот есть северный Фородвайт. Просто Фородвайт. Ангмар. И это северный Артедаин. Здесь 4... провинции. Угу. Ясно, понятно. Налетчики снага. Давайте вернемся нашим войскам, бравым гномим, и заберем тут какие-то отрядики. Тут, я думаю, можно забрать, с эльфами воевать не будем. Оу. Так не получится. Тоже вы такие бунтовные. Итоги хода. Немножко денежек нам пришло. Угу. Тут идут подкрепления. А тут, ну, что делать? Брать в осаду. Да рано, нет у нас армий хороших. Осаждать его 6 ходов, этот город. Еще подкрепления идут. Давайте вот так отойдем, станем вот здесь, чтобы они нас не видели. Может, их армия пойдет дальше, вот сюда. Пускаем ход. Да, нам нужно, вроде какой-то миссия есть,
с кем-то наладить связь. Сейчас посмотрю, тоже не помню. Да, рун, 3 хода осталось. Успеем, запросто, за 2 хода. Новый член семьи, спрунт. Итоги хода, мы даже растем немножко. Хотя по армиям в конце. Так, рассчитываем итоги боя. И казним. Нет, лучше вот так сделать. О, 2 отряда получили звездочки. Если так... потерял отряд. Лучше бы я это не делал. Хорошо. Так, значит, этих 2 ребят нужно будет отправить. Хотя вот этих лучше не отправлять, у них нет ни одной звездочки. Толку их переобучать. Так, идем. Этих можно взять, наверное. О, 2 человека. Супер. То, что нужно. Сейчас эти армии подойдут, и мы один отряд этот отправим на переобучение домой. Черный властелин Саурон, враждебные отношения у нас. Чем это я им не понравился? Маленький бородатый гном. Так, а тут сколько? О, тут 40%. Дозорный пост, вот, рудокопы. Нужно будет насобирать 1600, а сейчас на следующий ход мы это и сделаем. Здесь разведчик ищет где-то должен, скорее всего, на берегу моря. Должен быть городок урочий. Да, вот он. Селение лосов. Возможно, здесь, ну, здесь рабы, я вижу, ценный товар. И тут всего-то 3 отряда. Ну, очень долгая дорога. Так, а тут есть проход, хорошо. Можно будет забрать отсюда один отряд и пойти. Конечно, у нас город оставится без надежного прикрытия. Но думаю, стоит рискнуть. Так, предлагают нам еще одного мужичка. Оин, алкоголик. Нет, нам таких не нужно. Мы за здоровый образ жизни. Алкоголь — это удел слабых. Так, что здесь? Ага, можно построить башенку. Нужно было где-то вот там строить. Ой, и строить здесь дозорный пост или не строить. Давайте пока что подождем, потому что непонятно, что нам там суждено. Ой-ой-ой-ой-ой. Эх, блин, не дотягиваюсь. Так, тут еще одна армейка слабенькая. Ай-яй-яй. Это плохо. Вот что значит не иметь впереди
разведчиков. Орки Мглистых Гор воюют с Эриадором. Отлично. Главное, чтобы Эриадор не захватывал их земли. Раз такое дело пошло, давайте здесь... Хотя не хочется тратить деньги. Что же делать, Нанимать ли войска или не нанимать? Или же здесь что-то построить? Метатели топоров. У нас нет метателей топоров. У нас воины обычные и родокопы. Да и вот эта штука нужна. Нет, давайте пока что собираем деньги, не будем тратить понапрасну. Здесь рудокопы. Маленький город не нужно. Ага, нужно не забыть, опять забыл об после нашем. У генералов Дейла такие крутые красные ботинки. Так, тут мы отступим. Но кажется мне, что не получится нам сильно отступить. Да, теперь он атакует. Ого, у них сразу наездники на варгах есть. А мы, помните, как играли за Изенгард? Наверное, в серии где-то 20 или даже позже только их начали нанимать. Ну что делать, Рассчитываем итоги боя. Потеряли мы один полностью отряд. Выкуп принимаем. Так, отступили на земли эльфов. Это дает надежду, что не будут нас преследовать. Так, может, торговлю давайте? А? Радостные согласия. Хорошо. Союз, конечно, не будем заключать, будем, так сказать, отыгрывать роль, что они плохие ребята, мы добрые. Нам не по пути. Так. Отправляем солдат. Так. Теперь нужно искать их армию. Вот их армия. Нужно объединить. Встать вот так. А вами атаковать с севера. Ну, давайте вступим в бой. Я взял только 13 человек. Не целую армию. Ой. Ну, ладно. Ничего страшного. Расставим, давайте, войска. Отряды, которые сильно-сильно пострадавшие, поставим где-то сзади. Главное вот этих двух человечек не потерять. Давайте их вот так поставим, включим. А нет, не можем пока что включить. Особую способность. Стягиваем. Теперь ставим единичку. Генералы позади. Или лучше по флангам еще. Так, это главный позади стоит. Эти по флангам будут стоять. И вот эти тоже позади. Начинаем битву.
подкрепления идут с той стороны. Орки мглистых гор. Так, разворачиваем наши армии. Надеюсь, орки будут сами атаковать. Ну, вроде сближаются. Главное, чтобы они не шли туда, к нашим подкреплениям. А подкрепление мы где-то заныкаем в лесу. Хотя тут особо лесов-то и нет. Давайте отправим. Да куда? Да куда? Никуда не будем их отправлять. Пусть стоят. Нет, орки просто перестроились. Мы ждем, пока наши войска тоже встанут в боевой порядок. Так, все встали. Сближаемся. Быстро, чтобы нас поменьше закидали дротиками, стрелами. Тупут. Кирками. С этими кирками лучше против камней сражаться, а не против орков. Пронесемся над нашей армией. Так, полетели стрелы по нам. Первые потери сразу же. Сколько человек было? 113. 5 человек погибло. Так, мне вот только эти наездники на варгах так особо беспокоят. Остальное фигня. Хотя, как мы видели из прошлых битв, не такие они уж и слабые. Огонь, конечно, не очень, но вот смотрите, стреляет почему-то по этому тыловому отряду. Так, все в атаку. Включаем сразу же за железную руку. Стрельщики отходят и будут нас тревожить своими выстрелами, набегами. Но нужно преследовать их. Так, вы сюда. Что там? 8-8. Ну да, потери. Так же, как и в первом нашем бою. От стрелков почему-то такие большие потери идут. Наездники на варгах, как мы знаем, в ближнем бою так себе. Давайте их тут крошить. Так, не стоим, преследуем. Вот смотрите, как они окружили нас. Вообще, мне такое не получалось. Хотя отступают, но не очень-то они и потеряли войск так. Здесь идет преследование. Генерал. Вот, кстати, он. В красном плаще. Ё-моё. Орды, просто орды орков. Как им так удается отходить? Да, а тут уже... Смотрите, что они вытворяют, эти варги. Так, нужно отойти. Ёлки, еще и пехота. Тут прям какой-то марафон.
преследование. Тут наш главный генерал. А эти сейчас можем потерять даже. Не хотелось бы. Так, один отряд сюда. Да, очень не хватает кавалерии, чтобы нормально преследовать. Посмотрите, как наездники на варгах хорошо сражаются. Когда мы играли за Инзингард, точно такими же наездниками, их обычная пехота просто в хлам разносила. А тут их очень сложно убить. Достойная смерть. Двалин погиб. Угу. Немножко быстрее, нежели он должен погибнуть. Три человека остались. Ну, попал он в окружение. Убит вражеский генерал, я так понимаю. Да, вражеский полководец погиб. 29 на 37. Побеждаем. Так, 84. 184. Думаю, за этими лучше преследование начать. Тут только 152. С разных сторон попробуем окружить. Так, а тут они пытаются нас атаковать.